Пресс-конференция наша посвящена открытию новой сессии, первой сессии выбранного городского совета, седьмая сессия. И для начала я предлагаю посмотреть видео нашего проекта с утренних событий по поводу того, как не пускали активистов и журналистов в том числе. А никто не говорят. Гляньте, сколько стоит, сколько нас. Дальше, а что стоит? Девушка, здесь сосну, вот тут стояла. А все аккредитованы. Пресса, смотрите, не дают вам зайти. Не дают вам зайти. Дайте. Дорогая. Все, извините, пожалуйста, видите, не дают вас запустить. Ваше удостоверение. Я показал удостоверение. Вам еще ничего не сказали. Подождите. Вам ничего не сказали еще. Прессу пропустил. Подождите. Стой, это проходит. Так не дают. Ну как не дают? Пропустите прессу. Помогаем. Ну, ребят, ну что такое? Алло. Так подожди. Стой. 10 человек пускают. 10 человек. Пресса. А меня держат. Куда же меня... Олег, только прессу не надо делать. Видишь? Олег. Сейчас. Ты видишь, что сделали? А кто вы? Пресса, вот я показываю достояние. Вы не аккредитированная пресса. Извините, вы можете отойти, людям не мешать пройти. Тоже человек. Молодой человек. Да, я вас слушаю. Отойдите, пожалуйста, не мешайте людям пройти. Давайте пихать, Роман. Выйдите, вы все мешаете. Выйдите. Олег, отодвинь, пожалуйста, выйдите, пожалуйста. Кто аккредитованный? Вы все аккредитованы. Пожалуйста. Да подожди, заходят активисты. Не толкайтесь. Милиция не пускает. Мы сейчас разговаривали с руководителем пресс-службы. Я командую, ребят. Что это такое? Пожалуйста, мы сейчас говорили с Сидориным, он сказал, что должны нас пропустить. Вот, удостоверение. Значит так, сегодня будет сказано, что это такое дело, это ужас вообще. Дайте пройти. Да никому не дают. Но... Кто будет показывать, рассказывать, как его из этого меня выбирают? Как должен выбирать? Вот этого, да. Давайте. Дима! Кать, давай, пройдите, давай. Что? А куда? Куда? Журналисты, так, вы что делаете? Мы сейчас... Это что, военизированное какое-то здание? Все покажут. Сегодня все покажут. Все, что будет. Что это такое? Ребята, что вы не пишете? Почему вы не пускаете? Они говорят, что нету команды от пресс-службы. Говорят, представителей нету никого. Вы знаете, не пустили, всередину не пустили. Навіть журналістів міського дозору. Нас не пропустили, милиция отказалась комментировать. Мы показывали удостоверение редакционное, и всех не пропустили. Мы стояли вместе с телеканалом Интер, 1+1, и просто милиция отказывается вообще что-либо говорить. Ну, трохи не розчавили грудну клітину. У милиції вони мовчали геть. Коли телефонували до прес-служби, вони говорять, що ми тут ні до чого. У прес-службі мерії так само кажуть, що ми не до чого. Ми, типа, вказівки всі дали. Ну, коротше, неорганізований, геть неорганізований був пропуск на сесію. Що я можу сказати? Ну, і наші спікери Дмитрій Маринін, депутат Харківського городського совєта 6-го созива, Ігор Ляда, общественний активіст, і Дмитрій Олегів, теж общественний активіст. Они прокомментируют ситуацию. Пожалуйста, кто начнет? Я начну. Ну что, уважаемые журналисты, уважаемые присутствующие, я вам могу сказать, что цирк продолжается. Этот цирк мы сегодня видели. Вот так мы живем в нашем городе Харькове. Вот у нас Кернес и его компания превратили Харьковский городской совет в крепость, которая охраняется несколькими кордонами милиции снаружи, несколькими кордонами милиции внутри, людьми, одетыми
Уже он их одел. Раньше они были просто люди в черном, тетушня, а сейчас он их уже одел в красивые белые рубашки, галстуки. Ну, в общем, оцепил себя большими кордонами. Я не могу понять, если сегодня он вел себя довольно, конечно, нарвано, он показывал, пытался всем, что он одержал абсолютную победу, что его фракция самая многочисленная, что люди его очень сильно любят. Хотя он, конечно, лукавит. Первое, 26% в общей сложности проживающих в Харькове проголосовали за него. Это четвертая часть города, и поэтому есть еще три четверти города, которые, я думаю, сегодня понимают прекрасно, что допустить дальнейшее воровство, дерибан харьковского имущества, бюджета Харькова невозможно. И что касается его сегодняшней смелости, я вам могу сказать, что перед тем, как прошла сегодня сессия, вчера очень было много встреч, я не буду называть с кем, как и чего, с общественностью начинают торговаться. И вопреки тому, что сегодня он показал свою непоколебимость, вроде бы, я хотел бы напомнить ему в том числе. В 2012 году его тогдашний босс Янукович уверенно выиграл выборы. Уверенно завел Верховный Совет своих послушных депутатов. Сегодня господин Кернес хочет показать, что он также уверенно выиграл выборы, завел своих послушных депутатов. Поэтому я Кернесу хочу напомнить, что как закончил Янукович, он должен, наверное, это помнить. И, кстати, напомню всем, 22 числа, когда Янукович вместо того, чтобы приехать к ним на съезд сепаратистов, которые они созвали, и тогда они его ждали, я думаю, для понятных всем целей. Я напомню все тем, что 22 числа как раз господин Кернес с Добкиным пересекли украино-российскую границу, выехали из страны, и потом, по-моему, если мне не изменяет память, через три дня появились. Они были, мы знаем, были. Они были, я так понимаю, в том числе и в Чечне, они были в России, и оттуда они приехали очень уверенно. И я предполагаю, и я уверен даже в том, что они приехали сюда такие уверенные, потому что получили там тогда какие-то гарантии, и они просто-напросто ждали здесь русские войска. Другого быть не могло. Не могли они приехать сюда такие смелые. И выступать так смело 1 марта 2014 года на площади Свободы. Сегодня Кернес хочет показать всем, что он победил. Так вот я и общественность, мы ему говорим: господин Кернес, по вашему плану у вас не будет ничего. И те коллективные обращения, то коллективное обращение из четырех пунктов, одно из которых сегодня было нагло проигнорировано, это про выборы секретаря Харьковского городского совета. Это уже один из вызовов громадскости Харькова, вызовов нам. Ну, ничего, я вам могу сказать, что мы не опускаем руки. Мы продолжаем работать. Первая сессия не остановлена еще, она не закончена. Она делает перерыв. И вот во время этого перерыва сегодня на комиссиях будут обсуждаться очень важные вопросы. И я думаю, Кернес опять предпримет попытку протащить 11. Вдумайтесь, 11 заместителей городского головы. Ни в одном городе нет такого количества заместителей. Также он попытается протянуть состав исполнительного комитета Харьковского городского совета исключительно из людей, аффилированных с ним. И там будут опять те же лица, которые будут дружно поднимать руку по его указке. Но я еще раз повторяю. Его заявление о том, что он открыт, это всего-навсего слова. Горсовет, издание Горсовета, департаменты Горсовета, коммунальные предприятия Горсовета будут открыты для общественности. Хотел он этого, хочет он этого или не хочет. Я это заявляю с сегодняшнего дня как громадский активист.
И я горжусь сегодня, что я стал ближе ко всем этим ребятам, хотя я и никогда не отдалялся от них. И теперь мы приложим максимум усилий для того, чтобы этот курсовет был открыт. И пару слов скажу еще сегодня о том, о тех голосованиях, которые были проведены. И мне уже становится абсолютно понятно, что сегодня единственная демократичная и, скажем так, украинская, наверное, проукраинская, демократичная и оппозиционная Кернесу фракция, это фракция объединения «Самопомич», которая сегодня не голосовала, не принимала участие в голосовании за секретаря Горсовета. Но зато все дружно проголосовали вместе с Ведроджинем, проголосовал «Солидарность», блок Петра Порошенко, проголосовала «Наш край», проголосовал. И исходя из этого, можно предполагать, что вот те договорники, которые мы говорили, да, которые есть с администрацией президента, потому что на самом деле для всех не является секретом то, что политическая воля была бы сегодня, Кернес уже давно бы сидел в тюрьме. Это ни для кого не секрет. Была бы политическая воля, сегодня Харьков был бы совершенно другим. Была бы политическая воля, сегодня мы не прорывались бы в Харьковский горсовет и не видели бы там сегодня среди присутствующих абсолютно всех адвокатов, которые защищают его в Полтаве, его семейство, тетушню, которые в качестве приглашенных сегодня занимали места среди приглашенных в зале. Поэтому я могу предположить, что в областном совете, наверное, у нас тоже назревает такая а-ля коалиция «Солидарность», «Ведроджиня», «Наш край», которые выберут какого-нибудь управляемого очередного председателя областного совета, который будет просто, знаете, сидеть и перекладывать бумажки, от которого не будет никакого толку, и он не будет ничего решать. Примерно таким же самым на сегодняшний день в горсовете является господин Новак, который с 90-го года был чинушей и таким человеком, знаете, довольно мягкотелым, податливым, а Кернесу именно такие нужны. Кернес любит пасти стадо овец, сегодня такое стадо у него есть, поэтому... Дмитрий, я предлагаю, да. Если есть вопросы у журналистов, задавайте сразу же, и параллельно другие спикеры будут комментировать ситуацию. Просто, чтобы мы немножко динамики придали нашим. Да. Меня зовут Игорь, я представитель цивильного корпуса АЗОВ Харьковского Сюретку. Сегодня мне выпала честь от общественности с трибуны горсовета каким-то чудом пробиться на эту трибуну и зачитать это коллективное обращение. До меня это сделал депутат самопомощи Тарас Сипенко, да, поэтому я просто какие-то комментарии свои по этому поводу оставил. Сейчас я хочу более подробно на этом остановиться. Во-первых, по поводу открытости, да, о которой сегодня наш градоначальник так много заявлял. Ну, все прекрасно видели видео, да, как люди пытались попасть на заседание сессии городского совета. Это несмотря на то, что у нас было разрешение от всевозможных там начальников нашей области и города, да, что мы попадаем на сессию горсовета, несмотря на это, часть людей не попала туда. А то, что не пустили журналистов, а попали только те журналисты, которые уже по привычке освещают все, что выгодно Кернесу, это тоже как бы такой немаловажный факт. Было также написано обращение с просьбой о переносе этой сессии в более вместительный зал, но это было все проигнорировано. По поводу открытости можно также заметить, как работает его заместитель, например, господин Дериков, на общественных слушаниях, когда мы неоднократно пытались найти с ним общий язык, когда он лично нас убеждал, что будет создана рабочая группа, мы с вами встретимся, обсудим все моменты завтра.
А на завтра, когда мы приходили, ничего не... То есть он даже не принимал никого из нас. То есть единственный человек, депутат, который пришел, передал нам обращение, все. То есть никто не хотел ни о чем даже говорить. По поводу конструктива. Как я уже сказал, я представляю гражданский корпус АЗОВ. Все понимают, да, что АЗОВ — это военизированное подразделение, и цивильный корпус — это как бы гражданское ответвление. Сегодня мы вместе со всеми остальными активистами сообща провели эту акцию, и там были другие представители и самообороны, и ДУКа, и схидного корпуса ребята были. Ребята, которые привыкли воевать и которые привыкли к радикальным действиям, они, ну, просто пришли и мирно провели акцию. Да? То есть мы можем конструктивно общаться, но мы не собираемся терпеть, когда попираются вообще всевозможные права и свободы граждан, когда человек своей волей просто решает, кто будет секретарем горсовета, как будут переименованы улицы или тому подобное. Мы будем инициировать в дальнейшем создание общественного совета при городском совете для всестороннего контроля деятельности городского совета. То есть и хотим предупредить заранее нашу городскую власть, что марионеточные общественные советы, они не пройдут в данном случае, потому что мы прекрасно помним, как созывались слушания по поводу парка Горького, по поводу вырубки, да, когда вся бюджетная сфера была собрана для того, чтобы они по команде, когда нужно, поднимали карточки в нужный момент. Зачем далеко ходить? Мы прекрасно помним, как переименовывались улицы в разных районах и в городе в частности, да, когда в зале ККЗ «Украина» такое ощущение, что это был день учителя или там день жилкомсервиса, например, но никак не общественное слушание. Мы такого не позволим, мы всячески будем контролировать и освещать свою деятельность всеми законными способами и будем добиваться того, чтобы общественность принимала максимально плотное участие в контроле за деятельностью городского совета. О том, что там просто рассадник коррупции, я думаю, рассказывать это не нужно, это и так уже очевидные факты. У нас есть конкретные цифры, данные по конкретным коммунальным предприятиям, но это уже будет тема последующих пресс-конференций, то есть мы не с голыми руками собираемся с этим бороться, произволом, и победим, безусловно. Спасибо, Дмитрий Олейник, Дозвол, пожалуйста. Добрый день всем, спасибо, что пришли. Что бы я хотел? Я, наверное, затронул вопрос по организации сегодняшней сессии, то, как к ней отнеслись представители горсовета и как просто нарушаются конституционные права всех граждан Украины и просто жителей города Харькова. Сегодня мы прекрасно видели, как согнали больше тысячи сотрудников различных правоохранительных органов, та же милиция, та же полиция, СБУ, работники прокуратуры сегодня просто заблокировали все центральные и задние, ну, входы в горсовет. Тем же блокировали, не дали людям туда войти и высказать свое мнение. Все прекрасно видели, как журналистам не дали попасть внутрь для того, чтобы они осветили ту ситуацию, которая сложилась там внутри. Тот же вопрос о назначении Новака секретарем горсовета. Все мы прекрасно знаем, что 12 человек сложили свои мандаты для того, чтобы пропустить этого человека в горсовет, чтобы он стал депутатом. Просто люди, которые голосовали за те 12 человек, просто на них наплевали. То есть их мнения не шли нужным. И это игра со стороны всех представителей Відродження и лично Кернеса. И пока он будет находиться в горсовете, все мы будем видеть то отношение к людям, какое оно сейчас есть. Этот человек не должен быть мэром нашего города, потому что хам, прежде всего, человек, который хотел привести к нам войну. Ну, как-то так. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Сколько из 13 человек заявленных прошли горсовет? Да, успели? Это? Ну, к Марине. 13 человек должны были присутствовать. По-моему, 8. До 10 человек. 8 или 9 человек. Второе заседание 20 числа.
Ну, во-первых, завтра заседание комиссии постоянно. Завтра здесь, в здании на площади Свободы 64, будет заседание постоянной комиссии, на которых будут рассматриваться вопросы, в том числе бюджет. Я хотел бы напомнить всем, когда Игорь Черняк, представитель самопомощи, задал вопрос по относительно бюджета, как всегда, Кернес своими словесами сыграл с ним на перстке и рассказал учить им отчасти. То есть ответа конкретного, откуда взялись цифры и куда эти цифры сейчас денутся, пока нет. Но зато у нас есть четкое видение, и мы сегодня четко понимаем о том, куда эти деньги будут уходить. Каждый тендер будет контролироваться сегодня. У них сегодня не получится две фирмы выставить, одна из которых обязательно выиграет. Этого мы им не дадим. Я говорю это совершенно ответственно. И мы не будем добиваться, я еще раз повторяю, мы добьемся. И я обещаю, что мы добьемся сегодня открытых дверей в каждом коммунальном предприятии, открытых дверей в каждом департаменте города. Пожалуйста, еще вопросы? Если можно, как мы подытожим, так скажем, вот, с чем пришли в горсовет, чего добились, ну, собственно говоря, вот завтра что будет делать, ладно, и послезавтра. Ну как с чем пришли? Мы же сказали, с чем пришли. С коллективным обращением к сессии, к первой сессии седьмого созыва. Коллективное обращение собрало подписи граждан Харькова. Это коллективное обращение передано. Как говорится, мячик теперь на их стороне поля. Если этот мячик на их стороне поля спустит, то мы его опять надуем. Это первое. Второе. Завтра мы будем присутствовать на заседаниях некоторых комиссий. Особо внимание мы уделим. Это комиссия бюджетная, комиссия земельная и комиссия, скорее всего, земельная завтра нет, потому что там по земле нет вопроса. И комиссия ЖКХ, инфраструктуры и благоустройства. Дальше следующий шаг. Это сессия, которая продолжится, первая сессия, 20 числа, на которой будут голосоваться. Тоже важный вопрос. Это состав исполкома, это структурные, будет согласовываться структура горсовета, это будут согласовываться заместители городского головы. Еще раз говорю, Кернес сегодня показывает, что он пошел ва-банк. Янукович тоже когда-то пошел ва-банк. Спросите у Януковича, где он. Такой же вопрос я задам Кернесу. А он не боится? Янукович-то был, я думаю, покруче, чем он. Еще от себя добавлю по поводу, с чем пришли, с тем ушли. Но фактически все, кто смотрел стрим, они заметили, что, мягко говоря, градоначальник проигнорировал все требования, да, и в присущей ему хамской манере показал, кто в горсовете хозяин. Да, то есть у нас не Харьковская область, а какое-то Харьковское княжество. Да, сегодня это была коронация, а не посвящение в мэры. По открытости городского совета мы услышали заверение, что он открыт, что готов работать. Пожалуйста, заходите. Но на практике именно в этот же день мы убедились, вот вы видео видели, что это далеко не так. То есть наглая ложь. По поводу чиновнического этого аппарата из более чем 2500 работников. Мы обращение передали, ждем реакции. Будет реакция, отлично. Не будет реакции, тоже хорошо, будем действовать дальше. По поводу секретаря горсовета, ну вы все видели сами, да, вам здесь рассказывать ничего не нужно, то есть нагло проигнорировано, человек дал команду своим однопартийцам, которые по факту просто крепостные, да, которые раболепят перед нашим градоначальником, написали заявление, что они выпускают, выступают, выходят из партии и уступают место новому, да, то есть человек наглым образом притянул своего секретаря. Вот. Это опять же с желанием показать, кто в доме хозяин. По поводу закона о осуждении коммунистического и нацистского режима. Ну, если человек заявляет о том, что Фрунзе Тимур, в честь которого он хочет назвать район, является великим летчиком, а по факту это сын того Фрунзе, в честь которого сейчас этот район называется, и который прожил в Харькове несколько месяцев и умер где-то там под Ленинградом в Новгородской области,
Ну, у меня сомнения вообще в плане адекватности вот тех людей, которые предлагали такие варианты, потому что ну, здравого зерна здесь нет. Переименовывать район Фрунзе в район Фрунзе или переименовывать Дзержинский в Дзержинский – это откровенный плевок в лицо громаде, плевок в лицо украинской общественности и всем тем сотням погибших, которые сейчас отстаивают независимость Украины, которые начали это делать на Майдане Героев Небесной Сотни и которые сейчас на фронте эту сепаратистскую нечисть держат изо всех сил. Вот, которую, скорее всего, не так уж и против был видеть в нашем городе градоначальник, когда выступал на митингах под российскими флагами. Мы категорически этого не приемлем, да, если он считает, что какой-то Фрунзе, который полгода своей жизни жил в Харькове, достоин такой чести, чтобы в честь него назван был район целый, но куча писателей, поэтов, историков украинских гораздо менее значимой для него фигуры. Ну, здесь тогда нужно другими способами с этим бороться, потому что адекватности в подходе нет. О каком конструктиве можно говорить, да, если человек вот ну, такое заявляет и с полной уверенностью, что да, действительно. Младенец Тимур Фрунзе, который жил в Харькове, когда не было еще вообще Фрунзенского района, действительно удостоен чести быть таким запечатленным на карте нашего города. Спасибо. Еще вопросы? Я хочу добавить, что то, что сказал Гарик, хочу добавить, что Кирлос хотел бы здесь видеть не только там, сепаратистов, российские войска. Кирлос готов видеть здесь любого, кто даст ему остаться у кормушки. Кирнес сегодня готов пустить сюда любого или быть с любым, кто даст ему сегодня сохранить те миллиарды, которые сегодня у него есть. Поэтому мы от него, и харьковчане должны знать, что сегодня Кирнес предает же не только тех, которые считают себя правильно настроенными активистами. Он сегодня предает и тех, которые любят его за его лавочки, фонтаны и все остальное. Ведь те 12 депутатов, которые, за которых проголосовали, которых попросили вежливо выйти из депутатов ради Новака, за них же тоже голосовали харьковчане, которые любят лавочки и Кернес. То есть Кернес и здесь их всех, как говорится, обвел вокруг пальца и сделал так, как ему захотелось. А для жителей Харькова я хотел бы сказать, что деструктив – это не мы, деструктив – это Кернес. Мы не говорим сегодня, что Кернес только плохой и что его депутаты только плохие. Мы к тому, что мы говорим, где плохо, мы предлагаем, как мы видим, чтобы было лучше. Мы предлагаем свою структуру горсовета. Мы предлагаем, как должны работать сегодня департаменты и какими они должны быть конструктивными. Мы знаем, как должны работать коммунальные предприятия для того, чтобы они платили налоги, а не выводили свои деньги через частные конторы. Мы знаем, как сегодня можно конкурировать, и при Кернесе с 2010 года нет ни одного слова «инвестиции». Есть одно слово «кредитование». Сегодня город только кредитуется, кредитуется и кредитуется, закладывая имущество именно тех харьковчан, которые сегодня за него голосуют. А про инвестиции и слухом никто не слыхивал. Вот для этого и нужно, чтобы сюда в город зашли инвестиции. Но сюда никто не пойдет, пока здесь будет Кернес, поверьте. Да, пожалуйста. Правильно я понимаю, что где-то в бюджете заложено расходы этих 12 человек, да? То есть бюджет, который будет приниматься с учетом 12 человек, которым что-то было обещано за то, что они подвинулись после этого человека. Ну, естественно, там среди этих 12 человек есть, к примеру, госпожа Бабицкая, которая являлась, и я уверен, останется директором департамента культуры. А прерогативой этого департамента является всеми любимый парк Горького. И когда я изучал бюджет и задавал, знаете, как вот есть строчка, тратим на парк Горького 100 миллионов. А расшифровывается почему-то 50. И я задаю вопрос, а где же расшифровка остальных 50? И вот госпожа Бабицкая начинает краснеть и теряться. Это один из его преданных людей, которые уступили свое место ради Новака. Там есть еще несколько фамилий, довольно известных, которые являются директорами коммунальных предприятий. В принципе, у него же, как бы знаете, у него лавочка запасных не сильно большая.
Потому что на самом деле многих, я говорю это вполне ответственно и знаю, сами его депутаты мне рассказывали, что он их просто загонял на выборы и говорил, ты не просто пойдешь, ты выиграешь. И многим он это говорил, и многие из тех, кому он это говорит сегодня, написали заявление в пользу долга. Спасибо. Еще вопросы есть, коллеги? Ну, я думаю, тогда будем заканчивать пресс-конференцию. Спасибо. У нас были Дмитрий Маринин, Игорь Лядов и Дмитрий Олейник. Следите за событиями на нашем сайте. Спасибо.